Ну правильно, долго же доставать и набирать. Мол, сколько? 3 часа. Сдаем излишки картошки. Да, что поверить можно, да? Ну давай извешивай еще, если ты не вешаешь. Ну, давай, нет, не просто я говорю, если раз завешиваем, давай. Раз кидаем, то да. Почем он, говорит, берет? Все зрители, привет. Время свободное. Узбеки приехали. Избавились от лишней картошки. Из погреба достали. Так, получилось у нас 12 сеток. Взяли они весом по 9 килограммов за сетку. Так, у кого берут дороже и у кого дешевле, пишите. Оставляйте свои мнения, пишите комментарии, что знаю, отвечу. Не забудьте подписаться на канал и нажмите колокольчик. Ладно, всем пока.
Багира? 3240. Все, вместо пода 3200. Назовем, как вас зовут? Влад зовут, Влад. Он женщин командует. Нет, женщин не можно, это на машине командует. А? От души. Это, назад. Если у вас новый. Ну, какой новый? Это уже 600. Это ж не грузовая машина, это ж пассажирская. Ну она сейчас стоит, сейчас она грязь, рабочий, грязь будет, будем ездить. В город-то я за это, мне что же там? Комбикорм, отруби, тетрапаки, все же наваливаю. За 100 тысяч это давайте купить машину. 100 тысяч прицеп стоит. Грубить эту машину, прицеп за 100 тысяч покупать. Заходи. Стоит собака быстро, чуваки. Да это щенок, ты чё, ёкин? Багира домой идёт. А это узбеку нечего было сдачу давать, он дал дыни мне.